Здравствуйте! Здесь, в центре Германии, без лишнего пафоса, каких-либо ненужных атрибутов, бесконечных охранников на воротах, располагается одно очень интересное производство. Сегодня я предлагаю вам своими глазами увидеть, как здесь, на территории Германии, производится все самое нужное для вашего автомобиля. Добро пожаловать на завод «Пентасин». Оригинальные запчасти, оригинальное масло или оригинальные жидкости для автомобиля. Как много мы готовы отдать за то, чтобы действительно получить для своей машины качественный продукт, тот, который был налит в нее именно на заводе. Но на самом деле, купить вот такую банку с надписью Toyota, Ford, Land Rover очень дорого. Конечно, хочется, но кусается. Хотя в этом на самом деле нет никакого смысла, потому что сами автопроизводители продукцию, вот эти жидкости, антифризы, масла, не делают. На самом деле нет никакого смысла переплачивать, потому что то же самое составляющее брендовой канистры можно купить и в другой упаковке. При всем при этом Пентасин как был высокотехнологичным продуктом, сделанным в Германии, так им и остается, независимо от того, в какую тару он запакован. Забегая вперед, скажу, что мы побывали не на одном заводе, а на двух предприятиях. И сейчас мы находимся на фабрике, специализирующейся на производстве тормозной жидкости различных типов и антифризов. И лично мне всегда было интересно узнать, как начинка попадает в конфеты. Вернее, тормозная жидкость в банке. Но, к сожалению, никакой загадки не оказалось. По конвейерным лентам разнообразная тара подается к автоматам розлива. Причем это могут быть и пластиковые банки, и алюминиевая тара, в зависимости от того, что требует заказчик. Дабы не раздувать площади разливочного цеха, тара привозится со склада мелкими партиями и практически постоянно. Перед началом залива особое внимание уделяется чистоте емкостей. Как ни искал я подвоха, не получилось. Вся тара двигается с немецкой четкостью. Разливные патрубки точно попадают в горловины канистр, а после окончания процесса специальное устройство блокирует паразитные утечки. Тут же банки запечатываются, на них наклеиваются наклейки, рабочие фасуют в коробке, и товар отправляется на склад. А буквально за стеной цеха находится специальная тестовая лаборатория. В нашей лаборатории мы постоянно проводим исследования, дабы контролировать качество нашей продукции на соответствие жестким стандартам и нормам компании. А они, нужно сказать, зачастую значительно серьезнее, чем требования законодателей или производителей. И только при соответствии им наша продукция получает разрешение на отгрузку потребителям. Лаборатория располагает самой современной оснасткой и оборудованием и постоянно проводит исследования в области создания новых продуктов. Причем Пентасину удалось довести этот процесс до совершенства. Как результат, на заводе производится более 5 видов тормозной жидкости, которая удовлетворяет любым требованиям производителей автомобилей и мотоциклов. А помимо гражданских разработок, есть и высокотехнологичные продукты, которые используются для участия в соревнованиях. Помимо небольшой тары, емкостей от 500 мл до 5 литров, на заводе отпускают продукцию и в большую тару. Это 200-литровые бочки и еще более объемные пластиковые емкости. Тормозная жидкость и антифризы, упакованные в такую тару, после розлива отправляются на европейские конвейеры автомобильных производителей. Причем гибкость компании позволяет производить и разливать не только продукты собственного производства, но и изготавливать технологические жидкости по заказу и рецептуре автогигантов, например, Toyota. Таким образом, для японской компании на раз решается логистический вопрос. Ведь произвести технические жидкости в Европе в непосредственной близости от завода и поставить их в кратчайшие сроки на предприятие в разы выгоднее, нежели делать доставку из Японии. Такими заказами руководство завода гордится. Ведь качеству продукции доверяют крупнейшие мировые производители. Кстати, на этом посту, опять же таки для гибкости производства, используется труд рабочих. Удалось нам и краем глаза взглянуть на цех по производству технических жидкостей. Здесь, можно сказать, святая святых. В этих бочках куют, а вернее смешиваются различные химии для того, чтобы получить как раз ту самую тормозную жидкость или антифриз, который затем подается в цеха по трубам и разливается в различные емкости. Система простая и при этом по-немецки выверена и продумана до мелочей. Различные химические компоненты заправляются в нужной пропорции в производственной емкости. Там происходит засекреченный процесс производства. И затем продукт подается либо в цехорозлива, либо на отгрузку в автомобильные бочки. Каждому сорту продукции соответствует отдельная труба, смешивание продуктов исключено.
Удивительно, как все обстоит в Германии. Посмотрите, совершенно небольшая площадь. В Подмосковье многие дачные участки-то поболее будут. А здесь, на этой небольшой площади, расположено и химическое производство, и упаковочный цех, и цех логистики. При всем при этом, этот небольшой завод обеспечивает своей продукцией ведущие европейские автомобильные заводы. А это еще одна составляющая дохода компании. На заводе существует специальный пост для отпуска продукции в автомобильные бочки. Эта фура, как нам рассказали, после заполнения антифризом отправится прямиком в цех одного испанского производителя. И затем продукция будет расфасована в 5-литровой емкости под другим брендом. Так что, приобретая ту или иную упаковку в розничной торговле, с большой долей вероятности, независимо от бренда, вы все равно получите продукцию Pentasyn. Но в таком случае немецкая гарантия качества, конечно же, уже не действует. А вот и подтверждение сотрудничества немецкой компании с различными производителями и крупными топливными концернами. В отдельной комнате на заводе бережно хранятся образцы упаковок, в которые технические жидкости разливаются на немецком заводе. Завершив свое путешествие по заводу в Дармагене, мы отправились осмотреть и основное производство немецкой компании. Завод, специализирующийся на производстве моторного, трансмиссионного и известного на весь мир масла для гидравлических систем. По сути, принцип организации производства аналогичен фабрике, с которой мы уже познакомились. С той лишь поправкой, что здесь все в несколько раз больше. И занимаемая площадь, и производственные мощности. Основной принцип работы завода приблизительно таков. Pentasyn приобретает у крупных нефтяных производителей необходимое сырье для производства масел. Затем, используя собственные разработки, производит процесс смешивания различных компонентов. После этого, в результате глубоко засекреченных производственных процессов, изготавливается продукт, который тут же, с использованием все тех же трубопроводов, поставляется в цеха для розлива в разнообразную тару, от маленьких пластиковых емкостей до огромных 200-литровых бочек. Завод Pentasyn широко известен в мире как поставщик специальных продуктов для систем безопасности и гидравлики, и как ведущий разработчик и производитель трансмиссионных масел для коробок с двойным сцеплением. Мы поставляем продукцию для 35 автопроизводителей в мире, у нас превосходная команда, которая постоянно в пути по всему миру. Каждый автопроизводитель в мире, в Китае, Индии, Южной Америке, Африке, в Европе знает Pentasyn. Если говорить о ближайших планах на будущее, то мы уже сегодня занимаемся разработками новых продуктов, особенно для регионов Азии, Китая и Японии. Безусловно, мы работаем и над тем, чтобы укрепить свои позиции в России, ведь мы являемся поставщиком компании Volkswagen, а у них вовсю работает завод в Калуге. И если в России производится и продается все больше и больше автомобилей, то мы заинтересованы в том, чтобы продавать больше своей продукции у вас в стране. Мы также ведем разработку и поставку продукции специально для российского рынка и особых условий эксплуатации техники в российских условиях. Это моторные и индустриальные масла, а также тормозные жидкости и трансмиссионные масла для коробок с двойным сцеплением. А отвечая на ваш вопрос о таком количестве рабочих мест на фабрике, это наша политика, так как мы социально ответственны. Конечно, можно купить полностью автоматические линии, но для этого нужны огромные объемы производства. Но мы готовы исполнять и небольшие заказы. Мы применяем неполную автоматизацию и создаем дополнительные рабочие места, как на заводе в Дармагене, так и здесь, в Ведале. Таким образом, мы стараемся быть максимально гибкими при выполнении заказов. Это наша философия, как здесь, так и в Дармагене. А теперь переносимся в исследовательскую лабораторию. К слову, это отдельная гордость компании. Как минимум потому, что это чуть ли не самый серьезный исследовательский центр в области изучения масел в Европе. Здесь, несмотря на кажущуюся неторопливость, постоянно идет работа и проводятся исследования как для разработки новых продуктов, так и для проверки качества уже изготовленных образцов. И такие капиталы и научно-исследовательские вложения не случайность. Компания очень трепетно относится к вопросам качества продукции, словно воплощая постулат «дело не в количестве, а в качестве». Ведь быть поставщиком крупных мировых автопроизводителей – дело не только почетное, но и прибыльное. Но это и большая ответственность. Например, масла для коробок с двойным сцеплением, которыми так гордятся на заводе, работают не только в трансмиссиях Volkswagen или Audi, но, например, и в Lamborghini. А это, как вы понимаете, уже совсем другая история.
В нашей лаборатории проходит проверку на качество как продукции Пентасин, так и других производителей. И мы особенно гордимся тем, что и сторонние компании доверяют нашим методам исследования. За год проверяется более 4000 проб в ходе более чем 20 тысяч различных тестов. В соседнем здании расположен исследовательский центр, где в специальных условиях компания проводит испытания новых разработок и отпускаемой продукции. На специализированных стендах под нагрузкой в различных режимах сотрудники гоняют двигатели и коробки передач. А после этих испытаний все детали узлов и агрегатов, а также использованное масло, тщательно изучается для того, чтобы удостовериться в качестве новых продуктов. И далеко не каждый производитель уделяет внимание ресурсным испытаниям. К слову, исследования доказали, что трансмиссионное масло для коробок с двойным сцеплением, разработанное компанией, не теряет своих свойств и может работать около 200 тысяч километров. А более частая замена масла на сервисных станциях продиктована необходимостью замены фильтрующего элемента коробки перемены передач. Помимо лаборатории, особой гордостью компании является вот этот исследовательский центр, где за этими большими синими дверями постоянно, безостановочно работают машины и постоянно проводят испытания масел. Конечно, после этих тестов все внимательно изучается, и каждая деталь проходит специальную проверку. Вот, например, разрезанные части коробки с двойным сцеплением. Компания Pentosin является поставщиком 95% производителей, которые устанавливают в свои автомобили подобного рода коробки. Кстати, интересным образом отлажена и сама система производства и обработки заказов. На заводе нет огромного склада, и продукция не дожидается своего покупателя месяцами. Все изготовленное и разлитое по различным упаковкам масло отправляется к покупателю в течение всего лишь нескольких недель. Для того, чтобы стать мировым производителем масла или трансмиссионной жидкости, или тормозной жидкости, нужно построить огромный завод, нужно иметь собственный огромный исследовательский центр и вкладывать в это миллионы, а то и миллиарды евро. Но суть не в этом. Главное не завоевать весь рынок количеством, главное брать его качеством. Ведь всем известны ингредиенты коктейлей. Та же самая водка, тот же самый апельсиновый сок. Но почему-то мы ходим в бар, и нам нравится, когда бармен делает для нас любимый продукт. Точно так же и с компанией Pentosin. Те мировые разработки аккумулируются здесь, аккумулируются на этих заводах. И именно эта компания уже создает тот неповторимый коктейль, который так нравится мировым производителям.